Вот, дорогие друзья, решили проэкспериментировать. Взяли нановир, защита от износа, и нашу аккоровскую смазочку. У нас проблема. Гудит вот на этом автомобиле Volvo S80. Вот здесь, возле муфты Haldex, очень сильно гудит задний редуктор. Как трамвай едет. В общем, мы решили проэкспериментировать. Немного слили смазки оригинальной, которая там была залита. И сейчас будем туда в редуктор заталкивать. Вот сейчас каким-то образом запихаем смазочку в наш шприц экспериментальный. Ну и грамм 100 зальем вот этой вот нашей нанозащитой. Так, вот залил два шприца. Один со смазочкой, с нашей аккоровской. Очень густой, но надеюсь, что он туда хотя бы влезет. При нагреве температуры надеемся, что он растворится слегка. Ну и вот такой целый шприц. Туда засунем 100 грамм нашей нановир. О, весь вошел. Давай, и присадку нановир туда еще бабахай снаружи. Почти все уходит. Все, и 100 грамм на наливчик туда пошло. Ну, теперь посмотрим, как муфты Haldex и редуктор задний будет в паре работать.